Здравствуйте, дорогие читатели! Хочу поздравить всех с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом. Хочу всем пожелать любви, душевного полета, радости, здоровья и успехов во всех начинаниях. Если мы что-то начинаем с чувством любви, то у нас всегда все получится. Сейчас мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. И очень важно в момент этих изменений сохранять чувство любви, не искать виноватых, не сожалеть о прошлом и не бояться будущего. Насколько человек настроен на любовь в сложной ситуации, настолько к нему приходят силы, и тогда он решает любые проблемы. Если же у человека появляется страх или обида, или поиски виноватых, осуждения, то его энергия не может подняться, потому что будет усиливаться вместе с темой осуждений, страхи и обиды. Тот, кто боится, сомневается и обижается, у того не будет энергии. Энергия пойдет только у того, кто сохраняет любовь, не ищет виноватых, принимает божественную волю и не обижается, а реализует, пытается улучшить мир, в первую очередь через свое собственное состояние. Потому что наше собственное состояние подсознательное, оно управляет нашей судьбой и всем остальным. То есть сначала нужно привести душу в порядок, а потом уже обустраивать мир вокруг себя, или хотя бы параллельно. Поэтому очень важно не только решение задач, так сказать, которые стоят перед нами на внешнем уровне. Главная задача – это привести душу в порядок, в гармонию, через любовь, принятие божественной воли, через оптимизм, преодоление уныния, страхов и сожалений. Поэтому я вам желаю всем, чтобы исполнились ваши желания и самое главное желание по достижению счастья для души, а уже в тело и все остальное приложится. С наступающим Новым годом! Поздравляю и желаю всего самого лучшего. С Новым годом!